Сегодня воскресенье, прекрасный летний солнечный день, и мы решили поехать в парк Лукоморья. Этот парк находится практически около Москвы, недалеко от Каширского шоссе. Парк бесплатный для посещения, но вместимость всего не более 400 человек. При входе стоит охранник, который ограничивает вход людей, поэтому перед парком была очередь. Но мы не теряли время зря, и пока наш папа стоял в очереди, мы обошли окрестности парка. Вот так выглядит вход в парк. Пока что мы стоим в очереди. Очередь очень большая. Пока наш папа стоит в очереди с Танькой, мы решили посмотреть окрестности. Вот такой вот памятник около входа в парк. Пойду прочитаю, что там написано. Ну, в общем, памятник Второй мировой войне. Вечная память героям. Это памятник трактора. Наверное, тот, который здесь копал. Но это, в общем-то, совхоз имени Ленина. Здесь, наверное, трактора действительно играли очень важную роль в этом совхозе. Вот такая красивая клумба с цветами. Вон там вдалеке наша очередь, а это в силу того, что это здание совхоза имени Ленина. Наверное, какая-нибудь площадь Ленина, и там вдалеке памятник Ленину. Вот так вот сидит. Данечка, наш очень серьезный мужчина. Он всегда ко всему относится терпеливо. Он сейчас терпеливо ставит очередь и ждет, когда его пустят. Попали в небольшой скверик около парка. И тут вот такие интересные лавочки. И над лавочками, над всеми тропинками сделали сетки. Я так понимаю, чтобы на голову не упали ветки от деревьев. Впервые, конечно, такое вижу. Но, видимо, вот так вот как-то продумано. Потому что другого предназначения я пока не поняла, для чего эти сетки нужны. О, Володя нас уже опробовал. Лавочка с котом. Вот такой вот веселый у нас. Володя наш крестит, дрыгает. Володь, помахай мне ручкой. Вот так вот. Вот так мы умеем. О, еще одна лавочка. На ней изображен Мишка, который что-то насобирал. Мне кажется, что это должна быть по смыслу малина. И Володя уже тут как тут. Главный позер или актер. Молодец. Пойдем еще одну лавочку покажем. Давай. О, здесь какой-то гном. Гном. Здесь очень красивый парк с таким китом посреди пруда, но туда не пускают, только для местных жителей, к сожалению. Но так там, конечно, чудесно. Это какая-то детская площадка около парка Лукоморья, и вот такой вот домик. Там никого нет. Наверное, это для... Ну, лучше какая-то частная собственность. Просто так туда не войдешь. Я спросила, и оказалось, что вот этот вот шикарный дворец с чудесной совершенно территорией и детскими площадками, очаровательными, которые не видно за живой изгороди, но так присмотреться может, там все очень ярко и красиво. И все это, на самом деле, детский садик. Вот в такую красоту ходят детки. Конечно, это очень приятно, когда для детей такую прелесть создают. Очередь пока что не кончается наша, мы все еще ходим. Вот покажу, какие 33 богатыря охраняют парк сказок. Я, конечно, их количество не считала, но все время, пока мы шли вдоль ограды, стояли вот эти вот богатыри, одетые с щитами, там, своими копьями, и охраняли парк от ненужных гостей.
А мы надеюсь, нет. Ну, вот Володя. Вот. Богатырь. Из сказки 33 богатыря. Володя пока что все изучает. Всем доволен. Вот что значит детство. Никакие очереди его не смущают.